Привет, это Катя. Приготовь вместе со мной легкий, освежающий весенний салат. Ну что ж, начинаем собирать салат. Это достаточно простое дело. Кстати, некоторые ингредиенты, вроде шпината, вы можете заменить на щавель. Щавель, кажется, так. И приготовить вместе с ним для того, чтобы у салата был еще более свежий и кисленький вкус. У этого салата по-настоящему легкие весенние ингредиенты. Здесь лучшей заправкой будет либо оливковое масло, либо греческий йогурт или сметана на ваш вкус. Можно и пожирнее, а можно более легкую версию. Салат обычно это самостоятельное блюдо, но если сделать поджаристые румяные брускеты и сверху выложить горку салата, то получится очень вкусно.